Богдан, что ты тут забыл? Что? Слушай, из Парижа звоню. Что ты тут вообще забыл-то? А? Это что? У меня в руках много голов Мишки Фредди и какая-то маска. Ладно, положу пока что сюда. И сам возьму пиццу, наверное. Идем, Богдан. Богдан, просыпайся. Так давай просыпайся, что ты тут в тазике валяешься? Идем. Потом поваляешься в тазике. Мы должны что-то делать. Что это такое? Что это у тебя с головой-то? Что это, маска? Какую-то херню себе на голову наспил. Окей. Идем тогда, что это? Выйдем, что-то поделаем. Что тут вообще есть? Может, тут есть... Ого! Что это за танцор? Ничего себе! Я тоже так хочу. Привет, детишки! А вы знали, что на сцену детям нельзя ходить? А, да, мы знаем. Ладно, идем. Тут играют... Тут играют выступления. Репетируем для детей, таких как вы. Как вы сюда попали? Пиццерия закрыта. Оставь в покое Чики. А ты отстань от моего друга Бонни. Вот видишь, на гитаре играет. Ну да, на гитаре играет. А что этот? Этот пиццу разносит. О, ну дай вот пиццу. У меня есть пицца. Хотите пиццу? А мы взяли вот. В сундуке. О, спасибо. А, ну... Чики-чики-чики, у меня нету пиццы. Вот, бери пиццу. Ну ладно, забирай. Да забирай, не плачь. Я, ничего страшного, у меня есть много пиццы. Ладно, пройдите на экскурсию. Чё, прости? Нихера, это шо у тебя за микрофон такой? Это микрофон, который я пою. Ты же на ютуб снимаешь, да, там? Ты какой ютуб, что ты? Мы тут стоим. Так, дети, у меня есть еще один друг. Его зовут Фокси. Он пират. Он находится в пиратской бухте. О, привет. Ну-ка, обмен, обмен. Они сейчас отключены. А, я думал, что они могут. Верни ему клюк. Крюк, верни ему. Клюв? Хорошо. Ну, блин, обменялись. Ладно, все, пускай забирает себе клюв. А сюда? Этот... Вот сюда лучше не заходите. Да, вот вижу, сюда. Тут дырка, да, какая-то. Да. Тут какая-то дырка. Ладно, тут у нас находятся аниматроники. Разобранные. Которые, ну, на всякий случай, если мы сломаемся. Вот там находится охранник. Мои друзья почему-то ходят до него и хотят убить. Убить? Да, ну, просто приходят дать ему вкусную пиццу. Вот двери закрываются, и они так защищаются от них. Богдан, тут иди сюда. Тут у нас кухня, где Чика готовит вкусную пиццу. Иди сюда, Богдан, я тут, ты меня прошёл. Ребят. Сейчас. Вы куда спрятались? Да мы сейчас, Богдан, иди сюда. Давай зайдем в комнату, знаешь что? Стой. Блин, короче. Вы где? У меня маску нашел какую-то, на эту ее успею взять, но она что-то мне не выпала. Откройте двери, вы что там спрятались? Да мы тут, короче, хавали торт, точнее пицца. Лучше не тратьте энергию, а вот кексик Чики. Да. Вот. Чики, ну что такое смешное имя Чики? Может, Чика какая-то? Ты что-то имеешь против моей подруги? Пошлите, вам экскурсию проведу. Окей. Стой, Богдан. Богдан, мне кажется... Ну, Чика. Мне кажется, это какой-то злой робот. Ну, я говорю тебе в другом. Что? Чики. Окей. Отстань от Чики и Чика. Это... Видимо, у этого мальчика в желтом двойка в школе. Богдан, короче, мне кажется, этот робот какой-то злой. Он очень подозрительный.
Это стан. Слышь, ты там робот этот. Ты сказал Чики, хотя это Чика. Это я моя знаю, подруга Чика. Ты... Моя подруга Чика. Я говорю в другом. Отстань от Чики. Ладно, проведите экскурсию. Будет странно, если... Блин, вот тут находится кухня, где Чика готовит пиццу, вкусную пиццу. А тут камера находится. Если вы хотите в туалет сходить, вот он. Вот тут есть женский туалет и женский и мужской туалет. Короче, я спал, услышал какой-то крик, обосрался и дальше пошел. Это раковина. Отстаньте от раковины. Ладно, пошлите, а вы знаете, как отсюда выйти? Вы знаете, как отсюда выйти? Нет, я тут нахожусь очень много лет. Я запрограммирован находиться здесь. А вот женский туалет и мужской туалет. Чего? Тут... Богдан? В смысле? Как мы тут появились, если... Как мы тут появились, если этот... Если мы не можем... Как мы тут появились? Зачем ты меня ударил? Лучше, дети, не трогайте меня, я могу сломаться. Стой! Богдан, иди сюда! Короче, Богдан, это все очень странно. Мы появились в этой пиццерии, и мы отсюда не можем выйти. И тут какой-то Фредик, который говорит, ходит. Да, вы какие-то странные ребята, если честно. Как вы сюда попали, если пиццерия закрыта? Из-за убийства. Ой. Ты зачем свет выключил? Не знаю, нечаянно или она... Ну, если честно, свет можно выключить. Блин, я нечаянно сейчас, вот. Экономить надо. Все. Сколько все тут нормально. Камер, кажется, это место непростое. Кстати, где тут? Что ты тут делаешь? Я тут хочу смотреть на эти маски. Кстати, фиолетовый мальчик. Да-да, шо. Иди сюда. Кстати, как вас звать? Я сканирую своими глазами и запомню ваши имена. Меня зовут Влад. Так, сканирование. Влад, Зефирус. Давай, ты желтый. Меня зовут Богдан. Так, Богдан, сканирование. Форги, все, я вас запомнил. Как и других детей. Ничего себе. Кстати, верните голову эндоскелету. Идем. Кто голову украл? Куда бежим? Куда вы убежали? Вы чё, бегаете все время от меня? Откройте дверь! Давай притворюсь. Вы меня разозлили. На самом деле я вас обманываю. Я, как и мои друзья, хотят вас убить. Всех хотят убить. И охранники, которые были в том кабинете, где находитесь вы, мы хотим вас убить. Богдан! Все, друзья. Я не могу снять эту маску. Ты ее можешь снять? Бонни, нет, Чика, блин! И Фокси нападаем на этих аниматроников. Мы аниматроники. Да. Где те малые? Где те малые? Я не знаю. А можете напомнить? Я не знаю. Где? Эндоскелет, а чё ты не в том кабинете сидишь? И второй Фредди. У него вселилась романтическая душа, как да. У меня. Жопа зачесалась, и я вышла. Мне скучно там. Странно. Это старая версия Фредди. Это версия Фредди под названием 1.0. Да, я знаю, я второй Фредди. Ладно, идем, Фредди, за запчастями. Туп-туп-туп. Короче. Мне надо искать этих детей, где они спрятались. В женском туалете они точно не спрячутся, потому что они вроде бы не девочки. Мальчик. Вроде бы. Мужской туалет. Не берется. Так, тут нету. Ладно, оставь на всякий случай. Нету. Тут нету. Топ. Странно, где же эти проказники? Им надо уходить отсюда. Или их убить, как я запрограммирован фиолетовым парнем. Кем? Так, ты где? Все. Вы где, дети? Я тут.
Какой-то туповатый он. Так, ну-ка идем выход поищем. Тара-тара-тара-та. Ща-ща-ща. Так, я точно, у меня же глаза такие запрограммированы. Я сейчас сканирую вас и посмотрю, настоящие ли аниматроники или нет. Хорошо, сейчас мы придем. Вы не настоящие аниматроники, вы дети с масками. Идите сюда, я вас сейчас убью. Беги, 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 Богдан. Идите сюда. А ну, откройте дверь. Ага, не обязаны. Так, хорошо, что это стекло бронировано, он его не поломал. Так, бегом, бегом. Откройте дверь. Вот. Хорошая идея, что... Ну, я его сейчас доберусь через другой вход. Тут еда есть, подкрепись. Идите сюда. Да. Давай быстрее, Богдан. Давай. Блин, ай-яй-яй-яй. Блин, сейчас надо попросить помощь моих друзей. Что? У меня мало здоровья. Пора бы подкрепить. У меня тоже, но ничего из жизни не восстанавливаю. Вы так, вы не сможете так долго держать дверь. У вас скоро закончится электричество. А, супа не сбежали. Кексик, ты не видел, где они? А, ты не настоящий. Ладно, где они, эти проказники спрятались? Вот он, один из них. О, нет! Идите, а вот еще один. О нет, о нет, да. сейчас умру, надо бежать, бегом, бегом, бегом. Идите сюда. Быстрее беги! Открой! О нет! У меня пол здоровья. Короче. Ну, вам повезло. Предлагаю. Я сейчас выломаю стекло. Не выломаешь, оно бронированное, ты его не сможешь. А ну идите сюда, сейчас я выломаю эту дверь. Богдан, у нас мало пиццы. У нас это одна еда, на которой мы сможем продержаться. На, до стекло я выломал. На, по мордасам, на, по мордасам. Быстрее, быстрее, за пиццей. В столовке я не смог пролезть. В столовке много пиццы. Идите сюда. Где вы? Вы выбежали, идите сюда. Валим. О! Аккуратно, чуть не умер. Вон он! Быстрее! Ой, Чика, Фокси, пожалуйста, давайте убьем этих мальчиков, как мы были запрограммированы. Блин, вы выключены, у вас сила бактерии. А точно, вас хотели поменять на новых аниматроников. Вы, к сожалению, сломаны. Очень жаль. Сколько? Меня же поменяли на Фредди 02. Также и вас скоро поменяют на 02. Вы, к сожалению, не работаете. Я буду по вам скучать. Но я один, поэтому я сам убью этих двух мальчиков. Вы так долго там спрятаться не можете. А вот они там. Он там, беги! Думаете, в маске ходите, я вас не узнаю. О, пол хп, ты шо ударил смачно, пол хп. Фух. Я сейчас выломаю стекло. Опять по мордасам хочешь получить? Где ты это стекло видишь? Тут тем более телек, ну, точнее камеры, кстати. Ты не пролезешь. Сейчас попытаюсь пролезть. Я не пролезаю. Иди, ай, ты чё, малой, совсем страх потерял? Ага, конечно, мы тебя не боимся. Мы тебя не боимся. Идите сюда, блин, я пролезть не могу. Блин, иди сюда. Зато я через то стекло могу пролезть. Сюда иди. Куда вы спрятались? Где вы, дети? Хотите пиццы? Ну, у нас есть. Ну, пошлите за мной, проказники. Что с тобой еще случилось? Пошлите. Что ты таким злым стал? Какие еще проказники тебе? Заходите в дверь. И у меня нога болит, я не могу идти быстро. И вот запчасти.
Вы где? Вы чё не зашли? Я Фокси! Какой ты Фокси? Брат, заходите уже! Заходите! Ты, дети, не прикрывайтесь! Ты гонишь этот костюм на пружинах! Ты его снять вряд ли сможешь! Ну попробуй! Заходите! А, идем! Садите сюда! Ага, ща. Схавай пиццу. Так, вы сейчас шутите будете. Где ты? Заходи. Я аниматроник. На, надевай костюм. Хорошо. Ой, блин. Беги! Кто Фокси раздел? Я раздела такого малого. Ну-ка, сейчас оденем. Ай! А он тоже костюм не снимается? Капец. Я полностью Фокси теперь. Попробую. Ну и сидите тут. Маску. А! Короче, Богдан, давай его ударим и убежим. Что? Что мы сделали с Фокси? Богдан, убегай! Я смог заменить свою маску! У меня теперь маска этого! Фокси. Да убегай! Потом с этим Фокси. Все, сюда, 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 сюда. Спокуха. Давай, давай, давай. Фух, все, будем продолжать жить дальше. Мы должны что придумать, Богдан? Нужно закрыть эту дыру. То есть, ну как, чтобы он вообще не смог тупо пролезть чем-то. Вот. И здесь еще этот вот так. Раз, два. Все, ему надо будет схавать. Не чувствуешь у тебя масок. Все, надеемся. Да, у меня много, я их опять на Алиэкспресс заказал. Надеемся, он не пройдет.